И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Warface. Собственно, как вы видите, я зашел за медика. И угадайте, на какой карте? Да ни за что не угадайте. На Блице. Я решил поиграть за медика на Блице. И почему бы и нет? Вот просто из-за вот этой фигни так... Разряд! Да, я хочу попробовать поиграть... На камеру, именно за медиком с воскрешением. Я уже играл, вполне практика у меня есть, хотя бы какая-никакая, один раз поиграл, и на том хорошо. Кстати, я тут заметил, вы-то это, понятное дело, знаете, а я-то и не знал, то что если даже вот этот прицел просто поставить, он так и так точность увеличивает. Так что он теперь у меня постоянно стоит. То есть даже точность от бедра увеличивает. Блин, так здорово. Я когда это узнал, здорово. Я думал, блин, круто. Если поставить вот это вот глушак на прицел, он точность еще увеличивает. Допустим, вот полосочку, видите, да, так перемещаем, полосочка сдвинулась влево. Ну, я имею в виду левая полосочка. Если вы не поняли, посмотрите, перемотайте и посмотрите немножечко. Вот, очень-очень крайне здорово. Блин. Теперь я думал, что она в прицеливании увеличивает. Ну, в прицеливании-то она увеличивает. Вот, ну, точнее, ну, точность улучшается. Ну, и от бедра, оказывается, тоже. И это причем даже сильно заметно. Ладно, погнали. Я в группу ВКонтакте иногда выкладываю скрины. Кстати, я что-то забыл, блин, смотреть. При загрузке, я думаю, все-таки звук есть. Я на это очень сильно надеюсь, что при загрузке звук есть. Вот, потому что что-то мне бандикам... Точнее, индикатор звука показывает одно, а бандикам показывает другое. Ну да ладно. Надеюсь, со звуком все нормально. И не лагает и так далее. В группу ВКонтакте я иногда выкладываю скрины. И я там занял медиком первое свое место. Чисто за воскрешение. Да, я там убил потом парочку человек в конце. Они так затупили, конкретно встали. Было дело на крепости. При захвате. Вот. Я воскрешал. В основном только за воскрешение я получил очки. Был такой случай на медике. Захожу, играю. Ну, короче, зашел уже, можно так сказать, под самый конец. Ни одного убийства, ни одной смерти не было. Второй матч, два матча, короче, прошло. Ни одного убийства, ни одной смерти. Из-за чего было? Я подхожу, воскрешаю чуваков. Они бегут, убивают. То есть я именно был воскрешающим медиком. Вот. Я подхожу, воскрешаю, все нормально, как говорится, ничего не предвещало беды, они бегут, убивают, все хорошо. Потом я во втором матч воскрешаю чувака, тот хватает, собственно, благодаря мне он хватает этот коды. Тихо, опаньки. Вот, и как бы все это хорошо, якобы. Твою мать, почти получилось. Все хорошо, якобы. Он, кстати, одного убил, но там хорошо. Он хватает коды, бежит, короче, приносит коды, идут. Пам! Меня кикают. Прикиньте, эти конченые твари, которых я воскрешал, благодаря мне эти конченые твари могли что-то сделать и так далее. Ну, здесь мыслили, да. Эти конченые твари что-то смогли сделать. Один донес, другой поубивал, он двоих подряд убил. Все хорошо, я их хилял. Эти конченые ублюдки меня просто кикают. Воскрешал-то из чего я троих. То есть, нас там было всего пятеро. То есть те твари, которых я хилял, воскрешал и так далее, они меня просто кикают и говорят: не, чувак, короче, ты убил ноль, короче, сдох ноль. Ты, значит, просто днище. И все, и это норма. Ну, думаю, ну окей, вы ублюдки. И вот, знаете, после этого как-то у меня не сильно... Да пошли ты в очко! Да, он тупорылый. Господи, свой же дебил поджал. Отлично, отлично. А, у нас уже... Нас уже просто тупо зашли оттуда, откуда даже и не ждешь. Все просто супер. Нет, тут вообще не повезло. Вообще не повезло с командой, я бы так сказал, потому что... Все такие же... Днищи, как и я.
без какого-либо исключения. Чпоньк? Да ладно! Это было смешно. Все, слили. Да, изобразили. А, не, смотрите, как. А, не, все. Мина. Мина на нужном месте. Чувак. Ну, ты шел к успеху. Блин, ты тоже шел к успеху. Их осталось двое. Двое, чувак, беги на мину. Их осталось... Нет, также двое, они мину разминировали. Ты дерьмово поставил мину. Давай! Офигеть! Офигеть! Вот это реально. Кто ты там? Овощной? Я даже как-то тебе и не верю, что ты овощной. После того, что ты сделал, ты точно не овощ. Ты чувак-тащер, я тебе так скажу. В их не уже дыме. Или это наш был дым? Воу, это было супер. О, вот она идет, днище. А, черт побери. Все, у меня паника. У меня паника, у меня перед глазами все плывет. Тихо, все. Расслабились. А, вот через какую дверь они зашли. А я думал, вот эта дверь рванула. Йоу! Ого! Я троих убил! Нифига себе, когда я успел. А, ну да. Я уже понял, когда. Здрасте. Почти. Погоди, чувак. АФКшера! АФКшера убил! Не я. Надо было с это... Надо было с пистолета убивать. Эй, сейчас ранет! А, она не взрывает, типа, да? Ну окей. Ну, в смысле, она не дамажит. Человека. Я хочу взорвать. Мне нравится взрывать. Fire in the hole. Да ладно. Все живые? Вы что, угораете? Да. Это не головы. Ну да. Это у кого одни головы? У овощного, что ли, одни головы? Окей. Будем знать. Надо приглядеться за ним. Тихо, не подпираю. Твою мать, я пытался... Вот, не надо, короче, людям помогать, но в баню, сам же вздыхаю от этого. Я хотел его отхилять. В итоге я переключился с оружия и... вообще даже не смотрел никуда. Я смотрел на оружие. Или вот этот парадоксальный. Господи, овощной парадоксальный. Бомбу. Парадоксального, что ли? Ну, потому что что-то он вырывается прям в лидеры. Давайте посмотрим.
не одни головы. Голова, не голова. Твою мать, я даже не знал, что сзади могут зайти. Прикиньте. Вот этот поворот. Окей. Я реально не знал, что там есть проход. Мы выиграли. Да. Ну, окей. Окей, не знал. Не знал и затупил. Но все равно я вот. Да нище, вот он я. Да уж. Награду получил. Опыта много получил, как говорится, пока есть випка, надо полностью хорошо, так сказать, по максимуму пользоваться. Так что, ой, подрыв. Трейлерный парк. Ну, кстати, награду не дают, когда вот так вот попадаешься на такую фигню, ну, то есть переключаешься с одного боя на другой. Это не дают награду почему-то, даже если ты первый раз побеждаешь. Но мне не давали. О, господи, чмошники сразу поливали все. Я ненавижу этих мультиков. Ну, господи, ну, слился ты как... Вот сыграл я 0-6. Ну, и чё теперь, мне ливать, что ли? Не из-за того, что я там победил все дела. Я про то, что в целом. Это же глупо. Достижение. У меня тут другая плашка есть. У меня красивее плашка. Во! Все поставить про нее забываю. Так, ладно, погнали. Штурм, доминация, захват. Давай попробуем захват и в крепость зайдем. Также на медике попробуем. Безумный медик, который ни разу не смог воскресить никого. Да нище, блин. Может, получится. На вилле как-то у меня что-то... И до этого-то не сильно получалось воскрешать. У меня вот именно на захвате хорошо вполне получается воскрешать. Здесь как-то больше шансов воскрешать. Вот в стоячей цели, точнее, в статичной цели, я могу попасть. Кстати, достает вообще? Нет? Рано или поздно. Достает, куда она офигенится? Главное, чтобы дробинка попала. Чпоньк. Ладно. Подождем. Нафиг паузу жал... Буквально секунд 5 прошло. Так. Ни разу их не видел. Ну, кроме будут без имени, я не знаю. Я их по цифрам не запоминаю. Все они на одну рожу. Все, кто без имени. Насколько я знаю, без имени, если ты делаешь дебильный ник, то тебе дают автоматически без имени. Но многие же и сами ставят ник без имени. Ёпарасата, куда меня закинул? Вот, кстати, тогда, когда я первый раз зашел за медика на этом и стал всех воскрешать и тащил, меня точно так же закинул среди боя, грубо говоря. И я помогал им, и тащили благодаря этому. Нет, нифига меня кикнули. Пидорги. Ей-богу, пидорги. А, мы в защите, окей. Я запомнил. Я постараюсь. Не, у нас нормальный нигер есть. Тимоша. Нигер Тимоша. Тащи, Тимоха. Ой, ты еще и воскрешать умеешь. Отлично. Ты не только убивать умеешь, ты еще и воскрешать умеешь. Ну все, точно, победа теперь точно наша. Направо побежал. А направо откуда? С их базы или с нашей базы? Ну, я думаю, говорят, все равно с нашей стороны. Не, вот этот чувак реально умеет играть. Не то, что я днище долбанное. Я реально, я... Не, у меня уровень игры средний. Сколько убил, так сказать, столько и встрал. Ну, я сужу по обычным играм. То есть, именно по дезматчу. Но, блин. Это же неправильно. Надо же играть, чтобы уровень игры был выше. Аминку сюда. Ну, лучше бы сюда, там они избивают их. Так. Там нигер. Что? Как? Где, а где они? Я ничего понять не могу. Они что, у себя на базе, что ли, остались? У меня почти получилось! Я даже почти успел добежать. Защитите коды запуска любой ценой. Да уж. Раунд начался. Не, я вперед все равно не полезу. И я не тороплюсь сдохнуть.
Вализин. Господи, я думал, не показалось, твою мать. Прикиньте, я прям на гранату напрыгнул. Не, ну меня, понятное дело, не воскрешат. Он чутка зарит, чтобы воскрешать. Угу. Ой, ёлка, просто. Чпуньк. Ники развалили. Расисты. Да уж. Двух медиков завалили. Одно дно, другое чё-то как-то получше. Раз, так в шесть. Ну, в смысле, шесть раз убил, да, значит, раз в шесть. Команда противника уничтожена. Раунд за нами. Сохраните коды запуска. Сохраните коды запуска? Слушайте, мы так и это, в сухую выиграем. Давай то хотя бы гранату кину. Прикинь, так бэм, убил. Но она как-то сверху попала. Не, не хочу, там снайпер. А, это наш снайпер стреляет. Да, я смотрел! Днищем надо еще умудриться быть. В упор не попадай. Ну что такое, а? Не, кстати, вот чем ближе, я вообще не могу попасть в упор. Мне издалека попасть легче. Ща по снайперам, я на снайпера сел. Не кикайте меня, пожалуйста. Не, больше я на камеру на медике бегать не буду, но я в баню. Не, реально, я без камеры как-то как будто меньше волнуюсь. Хотя что здесь волноваться, да? Играешь и играешь. Ну да. Когда комментируешь свои действия, как-то оно влияет все равно. Последний остался. Ой-ой, нам еще придется все-таки коды спирать. Заполучите коды запуска и отнесите их на базу. Раунд начался. Ой, не-не-не, я с толпой. А, ну хорошо, у нас тут много. Че, толп? Тихо-тихо, погоди. Да погоди ты, придурок! И че, что я сейчас туда вылезу? Заткнись, даун. Учи, я тебя сейчас... Срочно. Заткнись, придурок! Мне нужен врач. Да, он тупорыл. Какого фига вылез-то? Ты в надежных руках. Ты как раз вовремя. Как меня бесит эти школьники тупорылы, которые вот так орут, орут, орут. Я чё, не вижу что ли тебя, да, он тупорылый? Я еще увидел до того, как ты сдох. О, как они меня бесят. А ось убью. А ось нет. Быстрее, мне нужен врач. Ха! Я ж видел эту мину сраную. Че я ее взял? Ой, смотрите, я на пятом месте. Воскресил коды, взял и на пятом месте. А, еще мину разминировал, чуваку помог. Да, он бы сейчас бы сдох, если бы не... А, воскресил еще и отхилял. О, я вообще, короче, просто за один раунд вылез в топы. Уже, но уже не вылез. Но он меня обошел. Но у него три убитых. Миссия выполнена. А я от три сдохших. Нормально. Добудьте коды запуска и верните их на нашу базу. Это означает, что хороший пинг. Надо. Отвлекай.
помогу тебе. Еще бы чуть-чуть и... Отлично. Все. Жить будешь. Погнали дальше. А прорыв? Двое. Вас там было хорошо один. Хорошо, вас там было один, но почему? Ладно. Коды запуска взяты. Чпоник. Давай, вся надежда на тебя. Тащи. Беги и тащи. Оу, оу, тихо. У тебя почти получилось. Да ёпрасты. Коды потеряны. Ты шел к успеху. Ты тоже шел к успеху. Коды запуска взяты. Раунд. Ага. Мы захватили коды запуска. Вазелин затащил. А, мы выиграли. А, черт побери. А, я на пятом месте вернул. Я опять на пятом месте. Медик на пятом. Звучит, как будто я попал на телевидение. Ладно, зато награду получил, на том хорошо. Не, ну чё, я двоих чуваков воскрешал? Воскрешал. Они потом что-то делали? Делали. Все нормально. Все нормально. Я сделал как нужно. Ну, кстати, по-моему, я одного и того же воскрешал, да? Два раза. Не, ну двоих воскресил, это хорошо. Мне в команде всего один раз воскрешали. Ну, первый месяц, конечно, он там... Он не убивает нормально в сравнении со мной. Не то, что я. Так, ну чё, давайте еще разочек сыграем. Выживание нет, мясорубка. Не хочу. Штурм, доминация, уничтожение. Уничтожение. Куда бы пойти? Давайте в доминацию. Давайте в доминацию. Форпост. И пойду я на инженера. Не, погоди, доминация. Не, что-то я другое хотел. А где? О, кстати, контракты какие у нас сегодня есть? Убейте из золотого ПП. Ну да, конечно. Сделайте двойных убийств. За 100 баксов всего уже. Пошли в жопу. Совершите 45 попаданий в голову из пистолета. Да. Ага. Да. Прям сейчас, короче, побежал. С пистолета, блядь, всех убивали. Доминация. А, вот, запуск, все. Блин, че? Вот. Ищу запуск. Да, ищу запуск. Мне, кстати, понравилось на запуске играть. Она такая карта, короче, маленькая сравнительно. И там прикольно. То есть, если в команде попадутся люди, которые умеют играть, ну, в смысле... Даже нет, не хотя бы как я. Получше, чем я немножечко, то даже немножечко. То есть играют не статистика, так сказать, в среднем не единица, а хотя бы полтора. Вот, тогда уже просто можно легко затащить. Блин, прям красота. Минировать просто за милую душу. То есть ты ставишь мину, то есть там такая калитушечка маленькая, ты хочешь, не хочешь, на эту сраную мину наступишь. Вот, особенно если правильно ее поставить и не тупить. Как у меня что-то сегодня получается вообще прям тупить конкретно. Ну, я только что хотел на паузу поставить. Вот, думаю, сейчас поставлю на паузу, типа, ну, подождем. Ну ладно, погнали. Вот, собственно, пока есть VIP, пока есть халявный VIP, вот, пока дают эту награду, нужно каждый день, хотя вот сейчас, допустим, у меня уже без 20-12, а я играю, вот, хотел другое поснимать, думаю, нет, надо зайти, вот, потому что, так, мы за кого? Я за кого? Алло! Точку Альфа. Блэквуд играет, отлично. Теряем точку Чарли.
Так, так. Вымать! Точка Альфа наша. Я слышал топотуху. Твою, пошел ты! Сверху был где-то. Оу, заточил. Да, погоди. Захватываем точку Чарли. Зачем ты его убил? Он должен был зайти. Слышь, скотина, ты должен был на мину наступить вообще-то. Да ничего, не убивать ее. Точка Чарли наша. Так, хорошо. Я здесь потусуюсь лучше. А-а-а, ты ее выдерживал, скотина. Ладно, сейчас мину поставим. Твою мать, вас откуда столько? Да пошел ты в жопу! Трое! Я от одного-то как дебил очкую сразу. А тут трое вылезло. Да пошли вы в жопу все. Оу, нифига себе. Что-то я не думал, что он может вылезти. Бам! Ты жалобу кидай и все, и не пиши всякую хрень в чат уже, чувак. Косоглазый дебил. Я все не могу никак привыкнуть. Авось повезет. Гренадер! Затащил. Затащил. Вот из-за одного пидорга, который набивает придурок тупорылый ближний бой, меня грохнули. И мы теряем точку. Вот из-за таких вот конченых ублюдков и все сливаются. Конечно, вперед! Сейчас затащим! Я манал вас, ублюдки! Флеха! Твою мать! Это была флеха! Сраный придурок! Да ладно! Зато моя мина сработала идеально! Обожаю я мины! Сзади! Козлина. Не, тут мы слили. Тут мы однозначно слили. Теряем точку Браво. Рада пошла! Захватываем точку Браво. У вас 2 минуты, чтобы довести дело до конца. Да ладно, просто сразу в голову. Кому он там говорил-то в бан? Ну да, он это порыл и пошли все в жопу. Чарли. Граната. Точка Чарли наша. Сколько я тебя патронов запустил, гнида? Теряем точку Альфа. Захватываем точку Браво. Теряем точку Чарли. Граната. Точка Альфа потеряна. Точка Браво наша. А, черт. Да уж. Ладно, еще раз. Кстати, тут на последнем стриме, который все удалил, на последнем стриме был такой разговор, такая беседа о том, что кто читер, кто не читер и так далее. И тут мне что-то делать нефиг было. Залез я в YouTube. И знаете, большого ума не нужно, чтобы, во-первых, скачать читы. Причем, знаете, я раньше думал, там, типа, разные читы и так далее. Там просто один чит, а ты в нем включаешь нужные себе функции. То есть, те дебилы, которые палятся и их банят, они включают все функции. Чтобы так зажал и давай по хэдам. Ту-ту-ту-ту-ту-ту пошел.
Другие включают только хейды, третье автонаведение и так далее. И факт в том, как я уже сказал, я на стриме говорил, 90% людей, которых я кидаю жалобу, их банят. Факт в том, что я прав. И то есть все, о чем я говорил, я был прав и на 100%. Только я думал, что это все разные программы используют. То есть один одну программу, другую другую. А это просто на эту же программу и все. И тут я наткнулся на видео одного чувака. Он нормального ранга, ютубер, так сказать, со стажем. Ну, сравнительно, то есть у него нормальный подписчик, что-то около 17 тысяч подписчиков, и он снял видео о том, как, то есть, про читеров, можно так сказать. То есть он, ему читер написал, то что я вот, у меня 81 ранг, я использую читы, и я могу тебя убивать даже на пистолетах, то есть даже могу это сделать на видео. Вот, и вот он это... Ой, я опять зацепил. Вот, и вот он, собственно, показывал, что, как, где он просто убивает. И суть в том, что он рассказал, сказал такую некую истину, я бы даже так сказал. А, почему на больших рангах можно спокойно юзать читы, и люди и спокойно юзают читы? А все из-за того, что когда у тебя ранг уже огромный, то есть за 80, да, то есть под 80, да какой там 80, не обязательно 80, просто у тебя большой ранг. Я даже не заподозрил в читах. Да, ты скиллованный, все дела, и все, и ничего более. Захватываем точку Чарли. Теряем точку Браво. Так. Я днище. Теряем точку Альфа. Точка Чарли потеряна. Да ладно, точка, ты прикалываешься? Мы вышли вперед. Он просто один раз стрельнул, и этого хватило. Один раз стрельнул, один раз в голову. Вот, собственно, про что я говорю. Есть такое понятие, как автонаведение. То есть, вот я как кретин сейчас навожусь и так далее. Я смотрел, кстати, видел отрывки из видео про... Именно про использование, про жуткое использование читов. Так вот, вот это вот говно. Есть такая штука, как автонаведение. И я постоянно думал, да как так-то? Какого фига? Ну, это, блин, ну невозможно же так по-нормальному. То есть просто я появляюсь, он только вылазит и сразу же по мне попадает. Какого фига? У меня уходит столько времени навестись. Это так порой тупо выглядит, что просто позорно. У них же все легко и просто в этом плане. Да уж fucking shit! Это сейчас что такое было? Да какого фига? Чпоньк? Просто сразу же смотрите, один. Слышь, вот достаточно, знаете, порой прислушаться. Я играю в наушниках, я сразу говорю, я играю всегда в наушниках, и я очень рассчитываю на слух. У меня наушники самые дешевые, ну, за 300 рублей, но они обволакивают уши полностью и плотно. Я слышу очень хорошо, и когда человек делает один щелчок выстрелом и попадает тебе в голову, и дальше просто не зажимает, это же о чем-то говорит даже. Вот, поэтому, как бы, знаете, порой стоит задуматься, кто здесь читер, кто здесь нет. А учитывая, что все эти читы можно легко, с легкостью скачать, то это как бы вообще без проблем. А, кстати, с чего я решил... Опаньки! Куда пошли, полез на мою альфа? Вот, с чего я решил посмотреть. Просто один чувак такой пишет, типа, на изичи... А, ну, блин. Не залез, не залазим. На изичи, типа, играть... Куда я вообще иду? Там тупик сраный! На изичи играть и назвал... название мода.
Да, господи, я испугался. Никуда я лезу, вот лошара-то тупорылая, блин. Я просто в карте заблудился. Надо-то на точке всего лишь, вот, вот, вот куда бежать. Нет, я бегаю, я пытаюсь что-то искать. Вот, и он написал название. Просто, без лишних заморочек, написал название. Я ввел это в поисковике, как бы, конечно, сразу же нашел, без проблем. Все легко и просто, и... Решил поискать на ютубе, что там скажут и так далее. И вот, собственно, там-то я все это нашел. Вот это все веселье... Я лошар. Вот это все веселье я там и нашел. В целом, если вам, конечно, будет интересно, я могу сделать видео о том... обо всем этом непотребстве. Вот, если вам будет это интересно, пошел в очко. Да твою мать, а? Не, я понимаю, там, скилл, не скилл, это я все понимаю. Но когда ты видишь такое говно, причем ты об этом даже раньше не знал, что есть такая программа, в которой вполне достаточно только ее одной, чтобы у тебя было все. Как для про-игрока, так и для обычного рядового игрока. Точка права потеряна. Осторожно, граната! Я там слышал, пикнул. Я на альфа лучше посижу. Теряем точку альфа. Захватываем точку Чарли. Вот поэтому я говорил, я лучше на альфа посижу. Точка Чарли наша. Теряем точку Чарли. Как будто чухал, что здесь будет какая-то заварушка. Точка Чарли потеряна. Захватываем точку Чарли. Так, ладно, погнали на Чарли. Вот. Ну и как вариант, видео-то это я сниму. Вот. Видео сниму, а там уже посмотрим. Если будет, так сказать, если вам будет интересно, то я это видео выложу. Можете в ВК писать, можете в комментариях писать. То есть тут в целом без разницы. Теряем точку альфа. Теряем точку Чарли. Просто чпуньк, смотрел вообще в пол, только вышел на меня и сразу же навелся в голову. Вот, ну... Ладно, как говорится, судить можно обо всем, но и всех... Но если в самом днище, то, понятное дело, тут без вариантов. Играл бы я хорошо, мне вообще пофиг было бы на этих чистаков. Почему? Потому что я играю хорошо. Мне вообще на них пофигу, я и так могу убивать. Читы, кстати, палятся вполне неплохо. И больших делов, как я понял, придется добиться, чтобы с читами не спалиться. Ну, в смысле, я имею в виду на запись. Я их не скачивал, опять-таки же, повторюсь, я смотрел видосики, ой, вот, и как бы этого мне вполне было достаточно. Отлично, бойцы, убедительная победа. А, мы выиграли, господи. Вот, я только смотрел видосики, и ничего более, я опять на пятом месте. Только пятое место, только к победе. Да. Черт, смешно, конечно. О, я заточил хотя бы по каким-то параметрам. Вот еще 9000 опытом. Вот. Ну, самое основное, конечно, для меня это вот этот опыт и вот эти папки. Папки нужны. Ну, а опыт мне нужен на новые пушечки. Пушечки и не только. Пушки, оборудование, все дела. Фу. О, без взрывчатки. А, точно, они на меня не рванули. Эх, заточил. И вот опять конченые ублюдки, которые сразу же любят. И почти звание. Почти звание сержанта первого класса. Вот тавр. Дальше калика. О, калика даже смогу изучить уже. Отлично. Но я думаю, сейчас лучше вот это поизучать.
Двукратное увеличение. Фу, все. Так, давайте посмотрим тавр. Я помню, я как-то пытался все до него докачаться. Но, честно, не знаю. Так, у меня вот эта донатская пушка есть. Дамаг лучше, дальность лучше, скоростной темп стрельбы лучше, все остальное то же самое. То есть, по-простому говоря, это практически то же самое. Только здесь отдача... А, нет, у меня вот это вот... Я вот с этим бегал точно. Здесь отдача средняя. Жопа, конечно, еще та. Ну ладно, давайте на полигон зайдем. Так, двукратные. Так. Не, ну в целом прикольно. Я бы не сказал, что уж такая сильная отдача в сравнении с другими пушками. А, ну это из-за темпа стрельбы. Здесь темп стрельбы поменьше, соответственно, и контролировать уже полегче. Да, уж понятно. Темп стрельбы меньше, вот, чем здесь. И, соответственно, контроль намного лучше в этом плане. Ясненько. Нормальненько. Ну ладно. На этом уже точно все. Как говорится, пишите свое мнение в комментариях. Что, как, где. То, что я играю как днище, это я и сам знаю. Вот. Ну, а по поводу читаков, если хотите, я все-таки выпущу видео, так сказать, свое мнение. Вот. Не только свое мнение, а свое мнение обо всем этом творящемся. Все, на этом все. Всем удачи. Всем пока. Всем счастливо и добра. Всем пока.